Это ЕТВ. Здравствуйте. Сегодня разговор будет не только полезным, но и очень-очень актуальным для вчерашних школьников, их родителей и даже бабушек и дедушек. Мой сегодняшний гость – Васильев Игорь Львович, заместитель председателя приемной комиссии Уральского государственного университета «Путей сообщения». Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые На сегодняшний день один из самых главных людей в жизни вчерашних школьников, ребят, которые закончили школу и думают, куда бы им поступать. И в народе бытует мнение, что чем выше конкурс на место в институте, тем этот институт престижнее, тем лучше знания он дает. Правильно ли это? Ну, в определенной степени не так. Дело все в том, что основной показатель поступления в любой вуз, в том числе в УрГУПС, это проходной балл по результатам единого государственного экзамена. То есть, например, если к нам поступает абитуриент, он должен иметь результаты ЕГЭ по математике, физике, русскому языку. Подождите, а вот давайте на полшага назад. Если сейчас будущие студенты выбирают вуз, и у них нету никаких данных, кроме того, что вот туда все рвутся, вот там большой конкурс на место, а здесь небольшой, это еще оказывается не показатель? Нет, не совсем так. То есть, еще раз повторяю, основным все-таки показателем престижности вуза является это проходной балл. У вас балл какой проходной балл? На специальности. У нас проходной балл не ниже 180 баллов по вот трем результатам ЕГЭ. Математика, физика, русский язык. Ничего себе, серьезно. Серьезно. Ну, вполне, да, хороший балл. То есть он соответствует среднему баллу ЕГЭ по трем предметам 60 баллов. То есть это хорошие показатели по результатам ЕГЭ. А самым высоким баллом каким к вам приходили? Ну, у нас приходят с баллами выше 250 баллов. Бывают абитуриенты. В прошлом году у нас был абитуриент, который набрал 300 баллов. То есть все 100... Такое все бывает? Результаты. Бывает, да. То есть это победитель олимпиад, он имеет очень высокие баллы. Тем, кто имеет очень высокие баллы, потом какие-то преференции полагаются? Да. Те, кто обучается на бюджетном месте, в первом семестре первого курса, они имеют возможность получить повышенную стипендию. То есть, например, выше 250 баллов по результатам ЕГЭ, они получают стипендию 10 тысяч рублей в месяц. 10 тысяч? Да, 10 тысяч. Это больше минимальной заработной платы? Да. И потом, чтобы этот уровень поддерживать, что должен делать студент? Хорошо учиться на отличные оценки. Есть такие? Есть. Много? Много. И участвовать в том числе в различных мероприятиях научных, творческих, спортивных. А есть у вас какие-то условия для того, чтобы между сессиями или во время каникул студенты могли заниматься? Конечно, да. То есть цель вуза подготовить не только специалиста с точки зрения профессиональных навыков, но и в том числе для того, чтобы он нашел себя в других областях. То есть чтобы он мог бы, соответственно, выступать, контактировать с другими людьми и так далее. И для этого у нас в вузе создано, ну, во-первых, это различные мероприятия культурного массового направления, где студенты могут найти себя, спортивные различные соревнования участвуют студенты, и они могут себя в том числе проявить в техническом плане, то есть участвовать в различных научных кружках, направлениях и так далее. Сейчас у вас горячая, такая жаркая пора, полным ходом идет приемная кампания 2018. Известно, что УрГУПС каждый год набирает 4000 студентов. Чем-то в этом году приемная кампания отличается от прошлой? Какие-то особенности есть? Ну вот с точки зрения условий поступления, 2018 год практически не отличается от 2017 года. Другое дело, что возможны какие-то изменения по ЕГЭ, то есть насколько выше либо ниже абитуриенты сдали ЕГЭ и с какими, соответственно, вот этими результатами они к нам придут. Пока сказать достаточно сложно, но тем не менее, еще раз говорю, мы ориентируем наших абитуриентов, которые хотят поступить на бюджетное место, скажем, специалисты и бакалавры, это 180 баллов вот по результатам трех экзаменов. А вот сколько у вас бюджетных мест? Ну, у нас порядка 600 бюджетных мест очная форма обучения специальности. Это специальность система обеспечения движения поездов, эксплуатация железных дорог,
строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и подвижной состав железных дорог. То есть это классическое образование. Совершив обучение, выпускник получает квалификацию инженер. И есть у нас еще подготовка бакалавров. Соответственно, там у нас порядка 120 бюджетных мест. Это бакалавр строительства, информационные системы и технологии, информационная безопасность и так далее. А если о магистратуре говорить? Магистратура тоже у нас есть порядка 80 бюджетных мест магистратуру. Это уже продолжение обучения после бакалавриата, в первую очередь. Конечно, могут поступать и после специалитета, но, конечно, в первую очередь поступают те, кто завершили обучение в бакалавриате. Парней у вас больше, чем девчонок? Нет, неправильно так. То есть у нас есть, конечно, часть факультетов, на которых преобладает мужская половина, а есть часть факультетов, на которых преобладает в том числе и женская половина. И такого уж прямо понимания, что у нас чисто мужской вуз, нет, это неправильно. Давайте сейчас для наших зрительниц девчонок. Какие факультеты мужские в большинстве своем? Ну, в большинстве своем мужские факультеты, это, конечно, подвижной состав железных дорог, там, где все-таки рассматривается в первую очередь мужская половина, и строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. А специальности же, скажем, эксплуатации железных дорог, это даже может быть с преобладанием женской половины. И система обеспечения движения поездов там примерно 50 на 50. Поэтому вот таким вот образом. Ну, а если брать факультет экономики и управления, который у нас есть, то там, естественно, преобладает женская половина. Да. Проходной балл не маленький, прямо скажем, да. Он велик, что свидетельствует, как мы с вами выяснили, о качестве преподавания, о качестве вуза. А что делать тем, кто не добрал? Ну, здесь два варианта. Если все-таки абитуриент преодолел минимальные баллы ЕГЭ, то есть у него есть положительные баллы ЕГЭ, например, математика 27 баллов, русский язык 36 баллов, физика 36 баллов и обществознание 42 балла, то он может попытаться к нам поступить на платное обучение. Насколько платное, бюджетное? Ну, здесь в первую очередь наш вуз идет по пути не повышения с чрезмерного стоимости, а по пути того, как было бы комфортно оплачивать обучение в нашем вузе. Например, студенты, которые учатся в научной форме обучения, они вносят оплату в семестре 4 раза. То есть это фактически помесячная оплата. Да. Угу. Это фактически помесячная оплата. Она составляет порядка 10-11 тысяч в месяц. И это достаточно комфортно для... Некоторые стипендию такую получают, да, за хорошую учебу. Да. А есть возможность перевестись с платного есть. На бюджет? Да, такая возможность существует. Здесь требования предъявляются, чтобы студент обучался на хорошие либо отличные оценки, участвовал в жизни университета, либо это спортивная, культурно-массовая, научная жизнь университета. И тогда он может претендовать... Через год подать заявку, да? Да. Через год обучения на платном месте он подает заявление о том, чтобы его перевели. Деканаты факультетов рассматривают эти заявления и определяют тех наиболее способных, наиболее подготовленных лиц, которые могут перейти с платного обучения на бюджетное. А есть какая-то статистика, есть. Сколько уже людей? Ну, ежегодно по очной форме обучения мы переводим порядка 60-70 человек. Серьезно? Да. Так много? Да. Ну, а это... куда деваются те, на чьи места они попадают? Ну, это, скорее всего, отчисленные. То есть не факт же, что все, кто поступили, они завершают обучение в вузе. Это было бы идеально. Но, к большому такого не сожалению, бывает в России. Да, к большому сожалению, соответственно, часть студентов отчисляется. И вот на эти освободившиеся бюджетные места претендуют те, кто себя хорошо проявляет на при обучении на платных местах. В любом вузе есть направление, самые любимые, желаемые, на которые внутренний конкурс, внешний конкурс выше, чем на остальные. Вот в РУ, ну, в нашем это вузе это, ну, если мы говорим про специальности, это эксплуатация железных дорог, наиболее популярная среди абитуриентов. Далее, если мы говорим про бакалавров, это информационные системы и технологии, информационная безопасность, строительство, наземные транспортно-технологические комплексы. То есть вот
такой примерно расклад по популярности. В чем, по-вашему, преимущество именно такого точечного профильного образования? Не условный какой-то менеджмент, да, который был популярен. Сейчас, кстати, его популярность падает. А вот именно профильное? Ну, профильное образование, особенно транспортной отрасли, оно популярно тем, что все-таки транспорт у нас является одним из локомотивов технического прогресса. И не секрет же, что на железных дорогах ОРЖД используются современные электропоезда, современные электровозы, современное оборудование и так далее. То есть, и вот, чтобы обслуживать это современное оборудование, нужны хорошо подготовленные специалисты. И таким образом как раз и решается взаимная задача. С одной стороны, обеспечить хорошую работоспособность наших железных дорог и обеспечить хорошую подготовку наших выпускников. Ну, это вот к слову для родителей, которые могут повестись на какое-то модное образование с непонятным иностранным названием. А на самом деле, чем понятнее и уже специальность, тем проще устроиться впоследствии на работу. Да, у нас в нашем ВУЗе существует ежегодно комиссия по содействию трудоустройству выпускников. И при этом, по данным независимых источников, которые указываются в мониторинге каждого вуза, мы находимся, имеется в виду УРГУПС, находится в десятке вузов Российской Федерации по как раз трудоустройству выпускников. Российской Федерации? Российской Федерации, я думала, вы сейчас скажете по Уралу, по Свердловской области. Российской Федерации. Это очень серьезное место в рейтинге. Да. То есть это хороший очень показатель. За счет того, что РЖД предоставляет много рабочих мест? Ну, не только РЖД. Мы контактируем с различными другими предприятиями. Например, Уральские локомотивы. Соответственно, другие промышленные предприятия. Вы отслеживаете, сколько ваших выпускников трудоустроилось? Ну, конечно, в процентном соотношении. Да, отслеживаем. Сколько? У нас порядка 91-92% наших выпускников официально трудоустраиваются. По специальности или нет? По специальности. 92% устраиваются по специальности? Да. Вот что значит бить точно в цель. Известно, что вы привлекаете не только студентов уральских, российских, но приезжают к вам студенты из рубежа. Да. Какие страны очень любят мы вас? Мы контактируем с различными странами. В первую очередь, конечно, последнее время это Китайская Народная Республика. У нас очень хорошие контакты. Вот и тут они пролезли, китайцы. Да, значит, с ними. И идет хороший обмен как преподавателями, так и студентами. Сейчас у нас имеются определенные договоренности о том, что часть уже китайских студентов готовы обучаться у нас для получения двойного диплома. То есть определенную часть дисциплины они пройдут в Китайской Народной Республике, затем приедут к нам в УРГУПС, здесь пройдут соответствующее обучение и потом получат двойной диплом, в котором будут указаны все те дисциплины, которые они изучили как в Китайской Народной Республике, так и в Российской Федерации. Как им без знания русского языка можно преподавать такие сложные дисциплины? А вот они как раз изучают русский язык. То есть здесь и взаимная идет договоренность о том, что они приезжают сюда с определенным уровнем русского языка. То есть обучение ведется на русском языке. Какие еще страны, кроме Китая? Ну, в первую очередь, конечно, у нас страны СНГ, в большей степени Казахстан, так как мы приближены к Казахстану, Республике Казахстан. Ну, есть и из других стран СНГ. Это, соответственно, есть Белоруссия, есть Армения, есть Киргизия и так далее. Ну, это меньше. Соответственно, наиболее близко это Казахстан. И там, за рубежом или за ближним рубежом, они тоже трудоустраиваются по специальности? Да, мы надеемся, что они это делают. Потому что такой пока статистики трудно сказать, так как у нас контакты еще только вот на таком первичном уровне, еще выпусков не было, но тем не менее, соответственно, мы думаем, что это так и происходит. Сейчас после чемпионата мира еще больше повалит к вам иностранных студентов, абитуриентов. Скажите, а дистанционное образование, насколько оно вообще применимо в тех специальностях, которым вы обучаете, и пользуетесь ли вы? Да, мы используем систему дистанционных образовательных технологий.
Это по направлению подготовки бакалавра экономика и по специальности эксплуатация железных дорог. Но только в этом случае по эксплуатации железных дорог мы обучаем начальные курсы. Например, первый, второй курс, где изучаются общеобразовательные предметы и, соответственно, возможно использование дистанционных образовательных технологий. Но в этом случае обучающийся, ну, студент, должен понимать, что у него должна быть хорошая внутренняя дисциплина. И самомотивация. Да, и самомотивация с тем, чтобы он сам заходил на соответствующий учебный портал, выполнял все задания, чтобы никто его не заставлял это делать. То есть он должен этого, ну, сам хотеть. Но вот это основной минус дистанционного обучения, ну, да? Это с одной стороны минус, с другой стороны это плюс. То есть те, кто действительно самоорганизован, им удобно заниматься в такое время, когда, ну, в том числе, например, вечернее, утреннее и так далее. Ночное, то есть, чего да, уже греха да, таить. Да, то есть по своему режиму работы это хороший вариант образования. Что нужно, чтобы дистанционно обучаться, кроме хорошего Wi-Fi? Ну, в первую очередь, это, конечно, наличие знаний информационных технологий, чтобы не было проблем в общении с учебным порталом, использование всех вот этих вот информационных технологий и так далее. Ну, а так знания, он должен все равно проявлять знания, выполнять задания, размещать их и так далее. Я знаю, в Советском Союзе многие вузы старались не только преподавать, но и заниматься, не только давать знания, но и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Сейчас редко какой вуз может этим похвастаться. У вас есть направление? Есть. В обязательном порядке мы занимаемся и привлекаем студентов к научно-исследовательской деятельности. У нас создана для студентов специализированная лаборатория FabLab, в которой они могут самостоятельно выполнять свои научные исследования и потом доводить их до реального воплощения. Исследования в какой области? Например, вот что-то из последнего? Ну, последняя и наиболее развитая этой лаборатории. Не секрет, что наша команда УРГУПС участвует в соревнованиях «Формула студент». Это гоночные болиды. И вот, соответственно, студенты сами в этой лаборатории FabLab делают детали вот этого болида. Собирают болид? Да, собирают болид. И, соответственно, дальше участвуют в соревнованиях. Но вот сейчас наши студенты поехали в Италию для участия в таких соревнованиях. Ими уже когда собрано. Когда вернутся? Они должны вернуться в конце июля, начале августа. У нас собрано студентами, это вот как раз научное направление, потому что там они проявляют себя в механике, в электронике и так далее. Потому что там же автомобиль, он многообразный, там все есть. И механика, там электроника и так далее, естественно, надо представить этот автомобиль. И работа с текстильной. Да, 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 да. И сейчас уже нашими студентами собрано 6 болидов, то есть вот 6-й болид сейчас где находится на соревнованиях. Где на них посмотреть хотя бы можно? Вот, их можно посмотреть, один из наших болидов находится в музее УГМК. То есть там размещен, соответственно, один из наших болидов. И сейчас на Иннопроме также находится наш болид. Поэтому, кто хочет посетить Иннопром, то, пожалуйста, он может там посмотреть на наш болид. Мы уже знаем, как поощряются студенты-отличники УРГУПСа. А есть же, и это ничуть не менее значимая часть студентов любого вуза, активные, веселые, очень такие компанейские ребята, которые составляют душу любого коллектива. Вот для них какие есть бонусы? Ну, у нас в нашем вузе, соответственно, любой творческий человек, имеется в виду творческий, это танцы, выступления, соответственно, КВН, музыкальное творчество, они могут себя проявить. То есть у нас есть ряд мероприятий, такие, например, как День первокурсника, Весна УРГУПС и другие значимые мероприятия, на которых студенты сами готовят свои выступления, сами, значит, соответственно, естественно, выступают и потом получают за это определенные награды, бонусы, как вы говорите, а и вот так какие? Далее. Какие награды, бонусы? Ну, в первую очередь, конечно, это не материальные награды, это именно награды морального плана, что они победили в каком-то из соревнований. И, соответственно, у них уже вот эта гордость за то, что я являюсь там
например, мистер Ургупс. Это уже вот такая вот награда. И он уже остается в памяти нашего вуза, что да, действительно, этот молодой человек. А кого вы больше или помните, далее... мистеров Ургупса или отличников? Разное, по-разному. Кто как именно вот себя показал. Иногда даже помнишь не обязательно отличников, а иногда можешь помнить и троечников. Из-за того, что они пытаются достигнуть, хоть и с трудом, но тем не менее пытаются достигнуть знаний и так далее. За рвение, поэтому, ну, за типа, да, цели. Поэтому здесь нельзя так делить только на отличников и так далее. То есть здесь надо ко всем студентам подходить одинаково и, соответственно, давать им возможность проявить себя. Правда говорят, что общежитие предоставляется только тем первокурсникам, которые очень-очень хорошо сдали вступительные Нет, экзамены? Нет, неправильно. Значит, мы предоставляем общежитие. Нет, подождите, по закону может быть и неправильно, но по факту ходят слухи по городу, что так и есть. Не конкретно в Ургупсе, а вот в вузах. Мы предоставляем общежитие студентам очной формы обучения. Единственное ограничение у нас это, чтобы студент проживал далее, чем 50 километров от города Екатеринбурга. Как он это докажет вам? По адресу своей регистрации. По прописке. Прописка или регистрация? Ну, регистрация, либо прописка. И тогда мы составляем определенный вот этот рейтинг их проживания, да. Ну, в первую очередь, естественно, поселяются те, кто проживает далеко, и им сложнее добираться до города Екатеринбурга. Ну, а дальше, соответственно, мы пытаемся поселить всех остальных. Комфортное проживание в общежитии? Ну, достаточно комфортное. То есть мы стремимся к тому, чтобы и безопасность была в первую очередь, и определенный комфорт. Ну, нельзя сказать, что это, конечно, однокомнатная квартира и так далее, но, тем не менее, мы стараемся поддерживать хорошие условия для проживания в общежитии. В том числе там есть определенные комнаты для занятия подготовки, есть спортивные какие-то небольшие залы, либо можно использовать стадион и спортивный зал нашего вуза при вечерних, скажем, там, занятиях и так далее в нем. Ну, то есть, в принципе, у нас достаточно компактный студенческий городок, где общежитие находится близко между собой и рядом с основным корпусом, рядом со спортивным комплексом. Ну и немаловажное значение имеет то, что у нас есть медицинский пункт специально для студентов. И при вот обращении туда, ну, мало ли, студент заболел, надо определить все-таки первичное заболевание и так далее. Он может обратиться с тем, чтобы его врач проконсультировал и, соответственно, определил сложность заболевания и дальнейшее определил, как дальше лечить. Ну, то есть, соответственно, создаются те условия, которые необходимы для студентов. Так что вот. Многие абитуриенты, многие тысячи абитуриентов сейчас смотрят нашу программу, думают, принимают решения, но больше всего после самого момента выбора, да, вот конкретного учебного заведения, их волнует то, как это сделать, как использовать все возможные и невозможные шансы для того, чтобы все-таки поступить. Что вот можете посоветовать с высоты вашего опыта? Ну, в первую очередь, абитуриент должен использовать все свои возможности, которые ему предоставляются. Это 5 вузов. То есть он может выбрать 5 вузов. Второе, если он все-таки выбрал вуз, то внутри вуза он может подать заявление на 3 направления подготовки, либо специальности. То есть можно, подождите, можно выбрать любимое, то, которое тебе действительно нравится, и, ну, пускай назовем его престижное, а можно выбрать для подстраховки что-то попроще, с более низким проходным баллом. Не возбраняется так? Нет, не возбраняется. Интересно. И таким образом, если он все-таки сумеет использовать вот эти все свои возможности, которые ему дает правила приема в вузы, да, то у него шанс резко повышается. Это первое. Второе, сейчас вузы открыто размещают всю информацию о ходе приема, то есть по фамилии, списки. Зайдите вы на сайт, да, проштудируйте его. Посмотрите сайт, да, посмотрите списки подавших заявления, внимательно их посмотрите. Посмотрите план приема, который размещен тоже на сайте вуза, да, и дальше отслеживайте свое положение. Это же все доступно. Если вы будете вот за этим всем следить, а не пустите на самотек, то тогда вы, как абитуриент, сможете поступить на ту направление подготовки либо специальность, которую вы себя считаете самым необходимым и нужным.
Игорь Львович, спасибо вам большое за такой подробный, за интересный рассказ, за то, что у нас есть вуз, в котором занимаются и научной деятельностью, и существует медподдержка любая. Дорогие абитуриенты, вы знаете, над чем вам подумать. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. Уральский государственный университет путей сообщения – первый и единственный транспортный вуз на Урале. Входит в сотню лучших вузов России. Стань студентом УрГУПС и получи качественное образование. Востребованные профессии, гарантированное трудоустройство, насыщенную студенческую жизнь, возможность обучения за рубежом по программе двойных дипломов. Второе высшее в сокращенные сроки. Прием документов уже открыт. Поступай правильно. Поступай в УрГУПС.